Ну, я помню, как жить в семье. Там трудную минуту, может, что-нибудь помочь. Если бы у меня появились родители, я бы к ним относился хорошо. Все делал, что они скажут. Откровенный разговор с главными героями самой масштабной социальной акции этого года «Сердце километры». Я думаю, я был бы хорошим отцом, потому что я знаю, каково быть там брошенным, там, в детском доме жить. Ну, когда вырасту, не допущу, чтобы мои дети туда попали. Никогда. Я хочу, чтобы у меня было двое детей. Девочка, чтобы занималась танцами и коньками. «Сердце километры. Жизнь после проекта». В сентябре в программе «Утро на Енисеи».